Бизнес-завтраки с главой Ленинского городского округа проводятся регулярно. На подобных встречах члены торгово-промышленной палаты и другие представители предпринимательского сообщества могут обсудить насущные проблемы и определить стратегию работы над значимыми проектами. Вот эти встречи, они действительно традиционные. Этот формат, он уже себя зарекомендовал сегодня, причем для всех желающих даже не хватило места. На этот раз на повестке дня были как общие вопросы, так и частные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Например, размещение рекламы и информационная поддержка проводимых ими мероприятий. Ну, акцент, конечно, был сделан в первую очередь на рекламу. На наш взгляд, этот вопрос достаточно острый именно для тех предпринимателей, которые пользуются наружной рекламой на автотранспорте, это в частности троллейбусный парк, я считаю, это ключевой вопрос был. Ну и вообще поддержка и развитие социального бизнеса с точки зрения строительства новых социальных объектов, как спортивных, так и культурных. Большую значимость в общественной жизни муниципалитета занимают социальные проекты, которые развивает и поддерживает торгово-промышленная палата. Не обошли стороной и введенную с этого года новую схему уплаты налогов, а именно единый налоговый счет. Постепенно система налаживается и скоро будет работать без сбоев. Подобные мероприятия будут продолжаться и в будущем, ведь они зарекомендовали себя площадкой для выстраивания конструктивного диалога между властью и бизнесом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.